Всем привет, друзья! Во-первых, огромная благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! И самое главное, хочется попросить у всех прощения, если кому-то я помешал прекрасному росту на сервере Age of Dino либо Megalodon во время данной съемки. Ну что же, всем приятного просмотра! А вот и первая жертва, Акрыч. Ого, ну я даже, конечно, не знаю. Мне кажется, сегодня даже сами боги благоволили мне. Я, конечно, знаю, что такое стрим-снайпинг и очень плохо к этому отношусь, но, братишка, Immortal Yuta, это посвящается тебе однозначно. Кто говорит, что Терезинозавр не в моде? Давайте посмотрим на это с другой стороны.
У тебя до сих пор есть сомнения?